30 служебных автомобилей столичного акимата обклеили специальными отличительными наклейками. Они служат опознавательным знаком, чтобы отследить использование рабочих машин по назначению. На наклейках указаны телефоны доверия, куда граждане смогут отправлять фото и видеоматериалы по фактам использования авто во внеслужебное время. Если они подтвердятся, будут приняты соответствующие меры, отмечают специалисты. Главная цель акции – соблюдение этического кодекса госслужащими и призвана предотвратить использование госимущества в личном целях. Нововведение также планируют предложить министерствам и парламентам страны. В данном случае граждане могут сфотографировать данный автомобиль, они могут по этой наклейке его идентифицировать. Почему? Потому что часто возникают сомнения в связи с тем, что меняются номера. Может быть, граждане могут не знать, что эта машина именно принадлежит акимату. То данные наклейки будут идентифицировать. И эта акция у нас сейчас на сегодняшний день идет по всему Казахстану. Это уже третий регион. Это Костанайская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область.